Так, вот поехали. Что мы хотели сказать. Артек как бы продолжается, но здесь они поставили еще где-то, может, 40 лет тому назад очень интересные ворота. Называются по-грузински Дзарджавелли. Дзарджавелли. Подойдите, пожалуйста, ближе, мы вам покажем, почему они Дзарджавелли. Посмотрите, структура этих ворот видоизменилась на протяжении лет. И почему-то их не хотят больше красить. Нету краски в Гурзуфе, молодые люди. Да, всю краску выпили. И грузины очень ценят эти ворота, потому что Дзарджавелли — это такое слово, которое обозначает... Кстати, что оно обозначает, молодой человек? Дзарджавелли значит, это все художественные искушения за Дзарджавеллием. Вова, Саша, я очень, не понял, что он сказал. Мы очень благодарны вам, да. Вы услышали на чисто грузинском языке. Если не поймете Google Translator, Александр, пожалуйста, покажем вам море. Да, да. Самое вот. Голубое, самое прозрачное море на этой территории. Вот здесь Александр на голове. Смотри, сколько рыб, смотри, целый косяк. Да, видишь? Косяк, смотри, видишь? Да, я вижу. Ну, пошел, и этот косяк, да. Вы представляете, если его забить в сеть, да. Что будет с этим это косяком? Будет косяк. Его могут съесть люди, вы понимаете, молодой человек? И вы можете от этого косяка потащиться очень классно. Когда, да, с томатом, да. Вас будет колбасить. Или с перцем, с солью, понимаете сами, да? Да. Что мы говорим? Это одна из разновидностей косяков. Которые живут в воде. В воде, да. Что примечательно, в воде. Вот это, например, птица голубь. Она живет... На земле и летает в воздухе. И очень любит ворота Дзарджавелли. Да, почему? Дзарджавелли. Потому что они уже давно Дзарджавелли. Очень давно. Очень-очень давно. Ну что, вот это да. Идем и приближаемся к другой части Артека. Она разбита на несколько лагерей. Самая интересная часть. Эта часть называется Лазурный, потому что здесь надо лазить, перелазить везде. Но мы можем перейти в горную часть и так далее.